Привет, Витя! Это у нас обыкновенный кузнечик. Он ест травку, все такое. У него 6 лапок, 4, которые он ходит, и 2 ноги, которые он прыгает. Еще у него есть крылья, которые он летает, чтобы подпрыгивать. Иногда у него есть 2 усика. Еще у него есть на коленях уши. Это что? Очень хорошо слышать. Еще у него есть невидимые глаза. Глаза похожи на полоски колорадского жука. Еще он умеет летать. Просто он притворяется чучелом. Видите, он хотел полететь, но не получилось. Как вы думаете, что это за вид кузнечика? Я его назвала обыкновенным. Не забудьте подписаться и нажимать лайки. До новых встреч! До свидания, зрители!